Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Продолжаем дядю Кратоса. 26 серия. Выдрали мы в прошлой серии сердце. Так, ты зелененькое, здоровье нам не нужно. Сердце у хранителя моста, чтобы спасти малого Атрея. Где-то Каркарыч. И сейчас нам нужно срочно бежать к малому, чтобы его вылечить. Я надеюсь, Кратос расскажет ему о том, что Кратос все-таки непростой человек. И малой тоже непростой человек. И тогда ему станет намного лучше. Надо посмотреть комбинации снова, то я забыла. Я забыла комбинации. Так. Какой совет нам добавили? Скитальцы. Черпать силу из холода, поэтому папин топор почти им не причиняет вреда. Это мы видели. Хорошо, что папа умеет драться голыми руками. Надо бы достать огненное оружие. Блин, а Трей-то не с нами. Как он пишет эти заметки? О. Вот это мне нужно. Вот это сюда. Так. Здесь, скорее всего, мы с малым еще вернемся, потому что у него стрелы. У нас таких стрел нет. Ну все. У нас есть 10 секунд. Блин, а как вот тут? Как сундук здесь достать? Ну, что ты стал? Ау-ау-ау-ау! Гнидыча, блин. Оу, ни хрена себе! Все. Вот так вот можно делать. Все, я поняла. Это мы дальше проходим. Подождите, а нам вот это вот надо. Вот эти вот нужно. А как? Стоп, подождите, если мы сейчас... Ага, я, по-моему, поняла. Если мы сейчас там заберем, дверь закроется. А нам нужно сюда. А если вот так вот? Тихо, не падаем. Бегу. Я бегу. Е-е-е-е. Все. Теперь точно можно отправляться. Прости, дальше. Брат, но у меня из головы не идут твои слова. Какие? Мой отец Зевс? Да. Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Правильно. Лучше молча. Сначала нужно выйти из этого места, потому что... В смысле? А. Потому что это место явно действует как-то на голову. Можно здесь сойти с ума. Ага. Все, теперь понятно. Я думаю, ни хрена себе закрытые двери, а мы сделать ничего не можем.
Так, что там будет, да? Стопы. В смысле? А почему я не могу взять? Ой. Сидит, натачивает свой меч. А чё не берется-то? Надо с какой-то другой стороны к этому подойти. А можно так вот обойти? Ему типа все равно? Ай, ему не все равно. Уходим. Вау! Уходим! Вау! Уходим! Нет, нет, нет! Осторожно. О! Задрал. На-на-на-на-на-на-на. Козлюку. Другое дело. Так, что нам дали? Низкий шанс получить дар силы при убийстве врага. Так, смотрим. Окей. И чё? Блин, можно попрокачивать еще кучу всего. Удары щитом. Голыми руками. Нажмите РБ во время бега. А, блин, ребята. Ладно, пока ничего не буду делать. Хорошо, уничтожили мы его. И что дальше? Что делать с вот этим вот? Почему оно не светится? Ладно, нам в эту сторону. Сделать я ничего не могу. О, классно. Хорош. Все, раскидали. Ой. Случайно поменяла оружие. Тут мы были. Вот это вот я здесь видела. А чё оно не берется, блин? Это, наверное, какой-то надо с собой взять шарик, который светится. И повставлять все вот эти вот штуки. Хорош! Правый путь!
Хорош! Класс, мне сейчас нравится. Почему-то вот серию мы начали, и мне уже нравятся вот эти все драчки. Драчки-срачки сегодня хорошие. Ничего не выпало. Да ё-моё. Чё за совет? Их удары с воздуха могут нас замедлить. Если они взлетели, надо уходить в сторону. Хорошо. Ах ты сука. Ах ты сука. Вот так вот. Ну все. Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Передавай недомерку. Привет, как поправиться. Улучшение клинков есть. О! Отлично. Ой, блин, ребята, для меня это так тяжело, вот эти все крафты, хуяфты, улучшашки всякие. Я просто хочу поиграть. Не медли, брат, сердце у нас, пора в Мидгард. А как начинаешь вот это садиться, думать, что тебе купить, что тебе улучшить, что тебе найти, это так немножечко напрягает. Так, Игрик. Нам Мидгард нужно, правильно? Твой отец, Зевс. Этот все никак не успокоится. Я вишу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Он, без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Да. Ты ему не скажешь, понял? Блин, Кратос, ну ты дурак. Хорошо. Мимир, он скажет. Он должен сказать. Должен хотя бы для того, чтобы Атрею стало лучше. Знаешь про короткий путь между мирами? Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Класс, теперь мы там можем... конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Теперь мы можем, наконец-то, путешествовать. Где? Где-где-где? Где черепаха? Вот она. О, вот как надо срезать путь. Мимира, ну, убеди его еще раз. Убеди в том, что мы должны сказать все Атрею. Так будет лучше. Он должен понимать, почему Кратос такой. Почему его отец такой. Чтобы знать потом в будущем, чем, с чем ему предстоит бороться с собой. Что улучшать. Чем пользоваться, какими навыками. Или какими пользоваться. Тьфу, блин, я уже запуталась. Чем пользоваться или нет. У всех же есть свои недостатки. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Эй,
А чё не нажимается? Фух, я подумала, что её нет. Сбежала. Сердце. Ты принёс? Да. Другой стороной. Все еще болен. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Приподнимешь его? Я говорила, что у меня тоже есть сын. Нет. Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любые жертвы. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. На что он озлобился? Да, правда, бывает тяжело. Но с детьми вообще всегда непросто. Это проклятие. Мальчик был проклят. Стоп! В смысле он был проклят? Не уходи без меня. Я не уйду. Ничего не поняла. Он сын Бога. Значит, он полубог. Полупокер. Теперь мне лучше. Какое проклятие? Я вижу. Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Кратос, ну скажи я сейчас, обещаю. Что потом опять возвращаться Уж к Фрейе. Постараться. Я обещаю, это от тебя зависит. Какое проклятие? Таинственная незнакомка помогает нам, спасает нас. Фрейя, я этого не забуду. Спасибо. Благодари отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Все, можно идти. Это Ванахейм, да? Ты сам догадался? Окно похоже на кристалл Бевреста. Но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Альфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Что он там делает? Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить... Мы не можем зайти. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие ваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. Что там мутит, варит? Ладно, Трей, пошли. Я хотел спросить, почему ты живешь под черепахой?
Она была моим первым другом в Мидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, таящихся в лесу. Хорошо. Золотой кабан, огромная черепаха. У тебя интересные друзья. Все, пока. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Да. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Странствие. Черная руна. Вернитесь к лодке. Окей. Но прежде чем мы вернемся, я вот тут видела такую штучку. Ее можно взять. А куда ее вставить? Ага, вот туда. Интересно. Не достает. Ага. А мало ничего не скажет за наше новое оружие? Хорошо, сюда мы принесли. Зачем? Чтобы отнести еще куда-то? Непонятно. Ладно. Здесь, наверное, нужен топор. Чё Кратос ничего не говорит, блин? Сын был на волоске от смерти, чуть не умер, блин. Ему надо рассказать. Надо. О, посмотри на него. Он еще в себя не пришел. А если ему на полпути станет плохо, опять бежать к Фрейе? Ой, к Фрейе. Видишь, лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. А, ну да. Лодку я потащу. Ты молчишь. И ты тоже. Тебе лучше? Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фрейей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. А как он понял, что подслушал? Почему ты молчишь? Говоришь, я проклят. Я не такой, как ты, я слабак. Не такого сына ты хотел. Но просто я уже думал, что теперь все иначе. Ты не все знаешь, сын. Так расскажи ему! Но теперь я хотя бы знаю правду. 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 Скажи! Ну скажи! Я бог Атрей. Из другой далекой страны. Вот это поступок настоящего мужчины. Я пришел на эти берега, чтобы жить как человек. Но правда в том, что я родился богом. Так же, как и ты. Сын, нечего сказать? Я... Могу я превратиться в зверя? В зверя можешь ли превратиться? Нет. Нет, это вряд ли. Я бог. Мама знала? Она тоже богиня? Нет. Она была смертной, но знала, кто я. Я бог. Почему ты так долго это скрывал?
Аж повеселел, посмотрите на него. Надеялся избавить тебя. Жизнь Бога — это нередко бесконечная боль и трагедия. Вот проклятие. Поэтому он назвал проклятием. А что я могу делать-то? Летать могу? Быть невидимым? Я не чувствую себя Богом. Я не знаю пределов твоей силы. Но со временем мы выясним. А чё Бимир молчит, ничего не вставит, свои 5 копеек? А ну давай. Это, знаете, мечта каждого ребенка. Иметь какие-то эти способности, какие-то силы. Вернитесь в хранилище Тюра. Задание. А ты их точно не слышишь? Как ты их нет? Неудивительно. Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Фрея точно знала. Брок и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Бальдера в день похорон твоей матери. Угу. Правда? Эй, ну нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Подождите, а почему... Почему так тихо они разговаривают? Давайте на соточку. Давай еще раз, не отвлекаясь. Надеюсь, тут снова никто не вылезет. Используйте чашу с песком. Ну еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Так, и чё? Это мы вышли обратно? Ага, это получается с двух... Ну, еще раз. С двух сторон. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а... Это что, ответ? Это земля. Прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Йорф. Земля — это Йорф, да? Похоже на английское your. Если бы в Вальфхейме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфа. Ну, интересный ход мысли. Так, мало ты чё, давай этот. Ни о чём не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Ты чё? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. Не зазнавайся! По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так, Мимира, хочу есть повернуть. Есть хорошие боги. Что он с мальцом общался. Встречаются, да. Ля, хвост свой распушил, расперил. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Ужас. Он любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знание других культур
Артур позволит ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да, он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Пропавшая путевая башня? Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Задание: заберите черную руну. Голова, где черная руна? Не знаю, никогда бы не попал. Камень, мы на месте. Тут сокровище. Ну, конечно. Так, какая-то загадка. Тихо, аж игра подлагивает. Атрей, ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Отключите защиту хранилища. Ну, 100% нам нужно вот эту вот штуку взять. Брат, наверху Витрахель. Ветра чего? Не сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-что. Не без помощи Брок. И Брок там был? Я... Ну... Блин, а куда его? Не понимаю. Наверное, вот туда вот колечко, то, что в середине. А мы можем как-то наверх подняться? Как оно крутится? Оно вот крутится... Хорошо, ну вот возьмем мы здесь вот этот вот шарик. Что? О. Давай красным. Нет. Нам нужна ярость. О, другое дело. Чё тут? А-а-а, скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Причем весь потому, что тебя никто не любит. Так, сюда тоже можно. За 10 секунд добежим. Давай, 8, 7. Гостям не рады. Это дополнительно какое-то место? Меняем на топорик. Хорош. Как ты узнал? Опыт. Мы очень опытные следопыты.
Так, теперь вот тут вот. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Но мы все равно можем вот тут пройти. Ой! Тихо. Хорош. Ага. Ой. Осторожней. Тихо. Нет, некому сшивать тебя из-за этого. Есть. Что, 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 что? Посмотри. Так, это на китайский похоже. А это Греция. Кайфует стоит. Кармашек. У! Это он. Да, давай отворачивай. Что, покажет малому? Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Чё тут? Ну, говори. Я ж нажала крестик. Сюда тоже нужна вот эта вот фигня. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Я не думала, что здесь будут печати. Одна печать. А чё она открывает-то? А тут что? Ага. Это скоротка. Окей. Не знаю, не вижу больше никаких печатей. Может, где-то вот здесь? Может, тут? Берегись, отец!
Ай, я за него забыла. Капец! А что тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Так, мы отсюда это выбежали. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравится бить горшки. Эй! Чё не берётся-то? Второе кольцо наверняка поведёт себя как первое. Надо поймать ветра. Эй! Ладно, давайте тут встанем. Бежим. Блин, я забыла, чего они взрываются. Слушай. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Еще проходы. Так. Понял. Иду. Хорошо. Я боюсь смотреть. Удачи. Есть. Можно перебежать. Отлично. Страшными. Ну все, вроде камушков здесь нет. Где-то здесь тоже должна быть печать, правильно? Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. Атюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Ой, у нас на броне тёжа. Тюр тёжа. Тоже на броне у Кратоса два волка. А вот они. Получается. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Опа. Может, это ее подарок? Куда дальше? А, по этим корневищам можно лезть. Иди.
А, вот еще. Ой. Ты его сделал. Вы им показали. Хорошо, деремся. А эти? Мысль быстрее ветра. Может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Смотри, ловушка для ветров. Да, мы ее отсюда видим, но, блин. Как мы ее вниз спустим? Ладно, я иду. Тюра все, наверное, любили. Но он явно кого-то боялся. Тут мы ее сможем забрать? Но известно кого. Одина и не зря. Блин, я даже не знаю. Ну вот мы забираем. А-а-а. Вот так вот. Умно. Теперь спускаемся. Куда нам? Нет, не сюда. Вот сюда вот. Молодец. Луна налево, солнце направо. Не попадите в ловушку. Левый. Средний. Ага, хорошо. А что теперь? Средний. Сразу не поняла, блин. И была не готова к тому, что этот... Все будет вот так вот происходить. Правый рычаг. Давайте вот это вот опустим. Средний. Луну левый. Сюда. Надо по порядку. Средний рычаг. Солнце туда. Левый. Луна слева, солнце справа. Левый.
А, нет. Левый. Тяни правый. Луна, Мидгард, солнце. Луна, Мидгард, солнце. Получилось! О! Ну, утонуть я не могу. Все было так очевидно, блин. Топор! А что надо? Мальчик, останови эту цепь! Как? Я не знаю! Ты же сильный! Я знаю, что делать! Ее нож? А как еще? Пиздец, Икшон. Знаю. Зато ты спасся. Загадка легкая, но из-за того, что ты внезапно попал в ловушку, из-за того, что ты испугался. Не знаю, в жизни я бы точно не справилась. А что теперь? Блин, ладно, ребята, давайте продолжим уже в следующей серии. Ой. Я не знаю, это ужас какой-то. Мы вроде бы совсем справились. А, сейчас. Что теперь? Заберите черную руну. У нас все получилось. Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О нет, защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать. Вот она, мы ее нашли. Так, драчки, наверное, будут. Сын. Блин, а ножа-то нет. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Так, но нужно объяснить ему лучше как? Типа сильнее или умнее? Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Идем. Молодец, что с ним поговорил. Теперь надо им чаще общаться. О, сундук! Дрейва. Пусто. Стой! Ни хрена себе! Так и знала. Ладно, Руна, давайте. Ты ее видел? Да. Быстро сейчас с ним разберемся. Уверен? Точно. Хорошо. Целься в лицо. Двое!
сначала одного убить. Уходим! Уходим, уходим. Уходим. Все? Ну и громадина. Но мы же боги. Видал я и побольше. Жалкий тролль. Все с вами понятно. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Так, ладно, ребята, все, точно на этом заканчиваем и продолжаем уже в следующей серии. Надеюсь, ребятки, вам понравилось. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Плейлисты находятся все в описании. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.